Сегодня приятным майским утром двое жителей улицы Энергостроителей во время тихой утренней рыбалки в речке Исеть, где и без того нечистот хватает, выловили человеческое тело. Примерно в 11 часов с верховьев реки принесло спальный мешок. Ну вот палкой подтащили и все. Пытались открыть, но оттуда запах пошел. Сильный, трупный запах. Рыбакам стало понятно, что потащили они именно человеческие останки не только по запаху, а еще и потому, что показался из спальника пиджак, перемотанный скотчем. Дальше любители рыбалки исследовать тело не стали, а вызвали милиционеров. Органам удалось установить личность тела. Несчастного звали Абдул, и было ему 36 лет. Более того, медики установили, что тело Абдула пробыло в воде около 2 недель. Очевидно абсолютно, что найденный труп криминальный, а не какой-нибудь утопленник. Но кто и за что несчастного Абдулу приговорил, остается пока неизвестно.